Полетели коптеры, полетели сизые, по полю, по полюшку, ой да по небу сызнова. Ой, железная ты птица, не понять тебе меня, все летает над землицей, коптер птица без гнезда. На земле сидел андроид, опустивший голову, отчего тоскует робот от апгрейда нового. В каком состоянии конструкт? По уцелевшим данным, Альто видит, что он аутентичен. Что это вообще значит? Для меня прошло явно больше минуты. Я увидел большой кусок жизни Джонни и Альт. Вероятно. Данные, которые были связаны с Альт, оставили яркий след в памяти конструкта. Очень яркий. И эти воспоминания вызвали сильную эмоциональную реакцию, которая спроецировалась на твое сознание. Да уж, эмоций было через край. Так, получается... Так дальше что? Вынимать флешку у будет? Нас получилось? Да, мы получили нужный фрагмент из энграммы Сильверхенда. Теперь все готово для связи с Альт. Сначала нам нужно пройти дальше. Туда, где уже нет границ. За черный заслон. Немногие переходили на ту сторону. Никто не возвращался. Она будет первой. Я вижу и сиськи. Нет, показалось, ладно. То есть, получается, вы понятия не имеете, что на той стороне? Мы скоро это узнаем. А вот тени, которые я вижу... Это дикие искины пытаются найти проход. Я выполнил свои обещания. Твоя очередь. Давай ты удалишь энграмму Джонни до того, как мы перейдем через эту стену. Мы не пойдем туда. Ты один перенесешь код на ту сторону. Блять, как я не догадался. Похоже, ты изначально не собиралась мне помогать, да? Теперь это не имеет значения. Ты доведешь дело до конца. Видимо, выбор у меня небольшой. Але. Перейти на ту сторону. Матрица, блядь. Брижит. Альт. Я сам с ней поговорю. Джонни. Ты прошла за черный заслон, только чтобы меня увидеть. Значит, все нормально? Ты не злишься? Я распознала код твоей энграммы, но мне неизвестно, зачем ты здесь. Хочу получить должок за то, что вытащил тебя из Арасака Тауэр. Ви — это Альт. Лучший нетранер в Найт-Сити за всю его историю. Альт — это Ви. Ты должна спасти ему жизнь. Что ты сделала с Брижит? Она еще жива? Да, но в данный момент она нам не нужна. Чего ты хочешь?
Этот чип постепенно меня убивает. Конструкт прописывает свои данные поверх моей нейронной сети. Я вижу. Почему ты считаешь, что мне это важно? А хули нет-то? Это ты создала душегуб. Ты вручила Арасаке ебучее супероружие, которое поджарило мозги мне, тебе и половине раннеров Найт-Сити. Ты погиб исключительно по собственной воле. Ты серьезно, Альт? Я пошел за тобой. И теперь ты говоришь, что тебе это все не важно? Да. Альт Каннингем, которую ты пошел спасать в Арасака Тауэр, больше не существует. Ты должен знать это лучше всех, потому что ее смерть на твоей совести. Может, вы попозже с этим разберетесь? Не знаю, чего я ждал от встречи с тобой, но уж точно не ссора виртуальных любовников. Ты сейчас только хуже делаешь. Хуже быть уже не может. А кто ты тогда, если не Альт? Я пользуюсь данными ее энграммы. Круто. В ее энграмме написано, что она была равнодушной сукой. Джонни не виноват в твоей смерти. Откуда ты можешь знать? Я видел его воспоминания. Это была случайность. Ты видел не более, чем его субъективную версию произошедшего. Образ событий, который остался в его подсознании и деформировался за годы воспроизведения. Его версия не имеет ничего общего с истиной. Ладно, я понял, ты ненавидишь Джонни. А что насчет меня? Я не могу тебе помочь. Или не хочешь? Не могу. Чтобы это сделать, мне понадобится доступ к более сложным технологиям. Интересно. А Брижит говорила, что может меня спасти. Вудуисты тебя обманули. И почему же я не удивлен? Ладно, что думаешь про Микоши? Там достаточно сложные технологии. Если бы у меня был доступ к Микоши, ее бы уже не существовало. Отлично. Тогда давай так. Мы пустим тебя в Микоши, а ты поможешь Ви. Согласна? Лучший в истории Netrunner Night City не может сам пробраться в Микоши? Меня там слишком хорошо знают. Они поставили слой черного льда, на котором буквально написано мое имя. Прямо как арестантская роба, сшитая по заказу. Я сделаю все, чтобы не оказаться там снова. Так ты знаешь, как можно мне помочь? В Микоши я смогу создать твой конструкт с помощью душегуба, а затем отделить твою нейронную сеть от сети Джонни. После этого я имплантирую твою энграмму обратно в тело. Погоди. То есть, чтобы меня спасти, надо сначала меня убить? Твое сознание, нейронные энграммы, будет записано в виде данных. Остальное перестанет существовать. Остальное? Душа. Те, кто назвал мою программу душегубом, точно отразили суть того, как она действует. Сука, я даже слушать не хочу эту лабуду. Ви просто вернется в свое тело, правильно? Ничего не изменится. Все изменится. Ты это хорошо понимаешь. Ладно, план у нас есть. Как ты собираешься проникнуть в Микоши? Это не получилось даже у моих армий. Так в этом как раз и проблема. Ты создавала их в сети. А мы делаем ставку на человеческий фактор. Мы найдем людей и пробьем окно в Микоши. Джонни немного приукрашивает факты, если что. Я понимаю, ты ему не очень доверяешь. Но даю слово, мы проложим для тебя безопасный путь в Микоши. У меня и у человеческого фактора есть что-то общее. Так мы договорились? Да, мы договорились. Найдите путь к Микоши, а я подготовлю программу, которая поможет вам перемещаться в их сети. Как с тобой связаться, когда будет готово? Вот адрес Борды. Мы будем общаться по защищенному каналу. А что в итоге с вудуистами? Они позволят вам уйти невредимыми. Это часть нашей сделки. Заебись. Это не игра, а просто сериал какой-то. Санта-Барбара 2033. О, 2077. Пиздец. Ты все-таки смог выжить. Интересно, чем закончится ваше сотрудничество с Альт. Ее будет трудновато развести. А я не знаю, умеете ли вы хоть что-то делать честно. Ты еще смеешь меня поучать?
Нет, я слишком дорожу своим временем. Слава богу, сделка закрыта, и мне больше не придется с вами работать. Тогда убирайся. Я ж тут с мокрой жопой ушел. Тут не очень практично у нас получилось, но ладно. О, опять странные граффити. Ну, и как мне их? Никак. А, это... Подожди, это обычные граффити? Или необычные? Ничего не понимаю, ладно. А, это тоже обычный граффити. Сука. Смотри-ка, смотри. Видишь? Пидорасы, блядь. Слушай, ты смотришь новости про Арасаку или порнуху комментируешь? Какая смешная шутка. Ты только посмотри, что они сделали с этим районом. Пойдем уже отсюда. Хочешь что-то сказать? Говори. Я же вижу, что твою энграмму что-то грызет. Я все это время разбирался, что у тебя в голове. Пытался понять, с кем имею дело. Сперва я подумал, что тебе просто не везет. Но потом до меня дошло, в чем твоя проблема. Ты мальчик с пустошей, который всю жизнь полагался на помощь семьи. Но в Найт-Сити ты никто. Ты воруешь у мусорщиков, об которых все наемники вытирают ноги. Ты конченый мудила. А ты тупой хуй. Как знать, может, мы все-таки подружимся. Как много ты, однако, знаешь о моем прошлом. Но это как раз логично. Ты видишь фрагменты моих воспоминаний. Я твоих. Мы сейчас так близко, сейчас будем сусаться, видимо, скоро. Я не хочу с тобой сусаться. Ну ты как? Боюсь, что однажды начну принимать твои воспоминания за свои. Если это работает в обе стороны, то и мне придется жить с тем, что Дэшон меня поимел. Как тебе живется в моем теле? Ну, все или слишком большое, или слишком маленькое. О гормонах я вообще не говорю, ты гребаный пиздец. Особенно раздражает этот лаг между зрением и осязанием. Ты откусываешь кусок пиццы, а я только через 100 лет чувствую, что ты сжег себе все небо. И еще, вот раньше я курил по сигарете раз в 5 минут, и теперь чуть ли не на стенку лезу без никотина. Короче, привыкаю понемногу, но ощущение так себе. Слушай, как думаешь, а я замечу изменения? Или просто в какой-то момент удивлюсь, что когда-то их боялся? Я так скажу. Худшее, что можно сделать с человеком, это уничтожить его личность. Можешь сказать, какая у тебя цель? Зачем я тебе нужен? Чтобы свести счеты с Арасакой. Больше ни зачем. Ты хочешь уничтожить Арасаку и похоронить ее. А я не хочу отбросить коньки. У нас обоих довольно четкие цели. И наши пути как раз совпадают. Тебе надо найти Микоши, чтобы спастись, а мне, чтобы ее уничтожить. Да сколько можно? Опять ты начинаешь. Иди в Микоши, ломай систему. Ладно, я скажу тебе, почему я хочу разрушить Арасаку. Но скажу только один раз. Будешь слушать? Окей. Я видел, как корпы забирают у фермеров воду, а потом и землю.
видел, как они превращают Найт-Сити в машину, которая ломает судьбы, уничтожает надежды и выкачивает деньги. Они давно получили контроль над нашей жизнью, но теперь им нужны и наши души. С этим сложно спорить. Может, ты и прав. Ви, я объявил им войну не потому, что меня угнетает капитализм. И не потому, что у меня ностальгия по старой Америке. Это война людей против системы, которая перестала нам подчиняться. Борьба с блядскими силами энтропии. Ты меня понимаешь? И я буду бороться. Чего бы мне это ни стоило. Придется убивать. Буду убивать. Нужно будет твое тело. Я его, сука, заберу. Твою мать. Ты пока не видишь опасности. Но это пока. Что еще скажет? Раз, два, три. Если ты обо мне не слыхал, еще услышишь. Я один. Знаю все, что творится в центре. Я Ви. Да, знаю. Наслышан. Всякого. Если что нужно, обращайся. И помни, Дина все про всех знает. Внимание! Где-то в этом месте был потерян контакт с транспортом. Ну, писец. Хорошо, буду искать. От 1 до 6. Пожалуй, крепкая шестерка. Но мы оба знаем, что будет дальше. Я тебя перезагружу, а то Деламен тебя ищет. Анализ особенностей вашего организма завершен. Мы готовы приступить к опытам. Слишком далеко. Я все-таки советую решить этот вопрос по-хорошему. А где этот говнюк? Нету его? Так, ладно. Чё там? На месте. Эй, привет, панам. Ты Ви? Где моя тачка? Зачем она тебе? Что не так с этой? То, что она чужая. Я спросила, где моя тачка. Бестия сказала, мы можем помочь друг другу. Как я не догадалась? Значит так, или говори, что знаешь, или иди нахер. И бестию тоже с собой прихвати, ясно? Эй, тише, успокойся. Ты мне не указывай. Хорошо. Смотри, я знаю, где груз и твоя машина. Но в одиночку ты их не вернешь. Все это слишком рискованно. Так что давай договоримся. Чего ты хочешь? Секса. Надо поговорить с одним чуваком.
Корпораты везут его под охраной. Нет, похищение это не мое. Тем более на разборке с корпоратами нужно куда больше людей и техники. Там только одно Ави. Оно будет пролетать над равниной Джексона. Твою ж мать. Поможешь мне? Скажу, где тачка. И помогу вернуть товар. Идет? Ну, не знаю, я... Черт! Ладно, идет. Только у нас ничего не получится, если мы не вернем мой Тортон. Где он? Разве товар не важнее? Да хер бы с ним! С такой тачкой я могла браться за любые перевозки. А без нее мне только пиццу доставлять. И то. Машина в руки Риджи. Как я понимаю, ты знаешь, где это. Там и твоя тачка, и товар. Нэш, я тебя выебу и высушу, сраный ты мудила. Нэш, твой Чумба? Это он тебя подставил? Ты его так не называй. Хорошо. Напарник. Бывший напарник. Херовая история. Этот сучок меня кинул. Зажал мою машину и товар. Теперь собирается загнать все сам, Рокки Риджи. Но его ждет горькое, блядь, разочарование. Ну, поехали в Рокки Ридж? Погодь. Мне сначала надо подумать. Черт. Да. Нам нужна подмога. Завернем по дороге кое-куда. Расскажешь, куда? Секунду, позвоню заказчику. Пусть пока помаринует этого мудилу. Она хочет с ними договориться за спиной у бестий? Смелая девочка. Или тупая, как пробка. Привет, босс. Нэш хочет передать вам груз в Рокки Ридже. Правда, я об этом узнала задним числом. Босс, я с ним разберусь. Только дай мне шанс. И взлетела робот-птица, лопасти не крутятся. Разрядилась батарея, GPS не грузится. Он летит на высоте, да на особой частоте. Коптер крыльями шуршит, да и по небу летит. Будто шмель летит жужжащий, слышу радио шумы. Знаем, роботы все сильны. Жаль, что роботы...